Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в игру «Дожить до рассвета». Остановись, хватит, да что я вам сделал? Ты что несешь-то? Маньяк! О боже, надо убираться отсюда. Не понимаю, что случилось? Маньяк! Как? Бред какой-то, надо позвать на помощь. Эй! Ребят! Привет, Саманта. Меня ищешь? Нам нужно поискать остальных. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно где. Она должна быть в доме. Что тут еще обсуждать? Пошли! Смотри, пожарная вышка. Мэтт, что это? Не знаю. Месть! 5 часов до рассвета. Сделай что-нибудь. Сделай что-нибудь. Так, и что нам делать? Вот эти пришли олени. Так, спокойствие, упрек, возьми себя в руки. Вершина горы, 2:03. Ну давай спокойствие проявим. Успокойся. Подумаешь, ну олени. Они просто любопытны. Нет, нет, они хотят нас убить. Подожди, а что надо сделать-то? Надо мимо них прям пройти. Ну-ка, дайте, расступитесь, ребятушки, отойдите. Рогатыши, отойдите просто. Просто мимо надо пройти. Давай, не дрейфь, пошли за мной. Ну, только надо медленно, аккуратненько. Вот так, чтобы они не сагрились на меня, так сказать. Агрессию свою не проявили. Идем дальше. Мы почти прошли. Что надо сделать-то? Не надо, ты же их убьешь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, зачем? Я не хотел этого делать. Мэтт! Я вообще не хотел нажимать. Блин, зря это сделали. Ага, все, Мэтт. Это был неправильный выбор. Так, ну подожди, еще есть шанс выжить. Перелезть уступ. Давай перелезть, попробуем куда-нибудь перелезть. Не успел! Я не успел нажать, все. Пока, Мэтт. Блин. Эмили одна осталась. Могло быть все не так вообще. Почему пошло так? А кто-то его утащил. Кто-то его взял и утащил. Что мне теперь делать? Эмили, вершина горы. Сволочь! Не, нафига он рубанул оленя? Я не хотел этого делать. И переиграть никак. Ну ладно, идем. Хотя бы Эмили спасется. Давай, 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 идем вверх. А вот и вышка. Посмотри. Кто-то свет включил. Там кто-то есть. Так, а что ей делать тогда, если... И выключился опять. Ну-ка, давай здесь пройдем, может быть, что-нибудь лежит. Вот, что-то лежит. Это тотем. Ну-ка, давай развернем. Тотем удачи, по-моему. А, тотем наставления. Непонятная картинка, не знаю для чего. Что там будет. Идем наверх. Как бы ей не было страшно, но надо идти проверить. Ну кто свет включил, вот это непонятно.
А может, это кто-то из своих? Что, конечно, маловероятно. Ну ладно, поднимаемся. По-моему, фонарь выключился, да? Есть один путь наверх. Путь наверх, он нелегкий совсем. Давай, сейчас. Сейчас кто-нибудь там ждет меня по-любому. Ну. Тряпками что-то накрыто. Или это снег? Подожди, я не вижу отсюда. Посвети-ка. Ладно, куча какая-то. Идем еще выше. Здравствуйте, детишки, кто там наверху? Так, сейчас, я залезу. Это я так себя подбадриваю слегка. Кто-то же включил фонарь? Или он был просто автоматически на движение реагировал? Давай еще выше. Ну обойди ты. А, нет, лестница с этой стороны. Высокая вышка. А вон там люк, надо будет сейчас люк открывать. И кто-то там живет. Об этом мы узнаем через несколько секунд. Давай, толкай. Ну еще сильней. Блин, как ей не страшно, а? Закрывай, а то еще холодно, дует ветер дует везде здесь. Господи. Ну, там такие дыры огромные в полу, что тут реально в этой комнате холодно. А вот что-то стоит, давай посмотрим. Супер. Света нет. Не работает, что ли? Не работает. Так, дверь. Ну подожди, прежде чем в дверь идти, давай здесь осмотримся. А здесь уже нечему осматриваться. Вот еще что-то в шкафу. И на столе лежит. Сейчас посмотрим. Найдена улика. Плакат с Ханной. Пропал человек. Вы видели эту девушку? Ханна Вашингтон. В последний раз Ханну Вашингтон видели в Blackwood Pines. Альберта, между пол второго до пол третьего. 2 февраля 2014 года. Она выглядела взволнованной. Одежда приметы. Ханна была одета в черную футболку, темные джинсы и коричневые кожаные сапоги с пряжками. На ней не было верхней одежды. Она носит очки, а на правом плече у нее татуировка. Рост 172 сантиметра, вес 50 килограмм. Глаза карие, волосы каштановые. Вы ее видели? Звоните, и номер телефона. Так, в общем, потеряли Ханну. А сейчас... Включим радио. Ну давай. Да чё давай, света нету здесь. Это была рация, но она не работает. Света нет. Света нет, но фонарь как-то зажигался. Фонарь без электричества не мог гореть здесь, в принципе. Ладно, идем в эту дверь теперь. А, это на улицу. Вот тебе рубильник как раз. Давай, нажимай. Блин, ну кто-то есть тут по-любому был. Кто-то включил. Наверх. Смотри, заработало все. Ну ладно. Уже что-то. Давай вокруг обойдем. Посмотри, что там вокруг.
Открывай. Сигнальный пистолет. Пока выстрелить. А зачем взять с собой? Давай с собой возьмем. Зачем? Или нам надо выстрелить? Давай выстрелим, пускай. Это должно привлечь чьё-то внимание. Только бы не того психопата. Кто-нибудь увидит. И придет на помощь. Но, конечно, это мои догадки. Может прийти реально тот психопат. Так, все заработало. Давай попробуем включить рацию. Добавляй громкости. Еще добавь. Ничего не слышно же, добавь еще. Ну почему не крутится? Крути. А, подожди, это не громкость, это волны меняем, похоже. Так, ладно. Алло! Давай поговорим с ними. Кто-нибудь, алло! Если вы слышите, ответьте, нам нужна помощь. Прием, прием! Черт! Алло! О, господи! Слава богу, нам нужна помощь! Алло, кто-то пытается с нами связаться? Это служба лесной охраны округа. Ваш сигнал очень слабый. Говорите медленно и четко. Прием. Спасите. Пожалуйста, помогите нам. Мы застряли на Блэквудской горе. Тут маньяк. Если вы это слышите, пожалуйста, повторите свое сообщение. Я не понимаю, что вы говорите. Пожалуйста, прием. Помогите нам. Алло. Ничего не слышно. Назовите себя. Прием. Настойчивость. Помогите нам. Подчинение. Меня зовут Эмили. Давай настойчиво будем действовать. Помогите, пожалуйста, помогите. Мы застряли на Блэквудской горе у лыжной базы. Здесь убийца. Он убил нашего друга. Пожалуйста, заберите нас отсюда. Вас плохо слышно. Повторите. Прием. Так, настойчивость. Мы умрем. Сообщить. Мы на горе. Так, давай сообщим. Сообщим, ладно, надо хотя бы какую-то информацию. На Блэквудской горе у лыжной базы. И здесь убийца, он охотится за нами. Уже убил одного из наших друзей. Пожалуйста, вы должны помочь нам. Так. Вот опять этот фонарь включился. Слышу вас, мэм. Слышу вас, ну-ка. Будет поздно уже. Когда? Сколько ждать? Будет уже поздно. Не раньше рассвета. Надо дожить до рассвета как-то еще. Прием. Вот, все. Все, кто-то идет, он ломится. О боже, он здесь, он пришел за мной. Так, а что делать-то? Ну он сейчас залезет, и мне-то что делать потом? Надо не дать ему залезть. И слезть-то теперь никак, получается, он будет ждать. Что он сделал? Он какой-то трос оборвал. А, это какой-то трос, это было электричество, наверное. Все, теперь и рация не будет работать. Господи! О, нет! Вон раскачать хочет вышку. Это был трос, да, который держал, в принципе. Натяжной трос. Все, полетели. Погоди, а как так-то? Сейчас упадет вниз просто. Как спастись? Тихо. Давай. Держись. Да как так-то, а? Повторите. Погоди, нам некогда повторить. Повторять нам некогда. Нет. Все, поехали. Да, уж залезла на вышку. Так, ладно, с этими понятно все. Сейчас будет другая, наверное, история. Посмотрим, кто же выживет в этой ситуации. Наверху нет? Не знаю, не видел.
наверное, сюда спустилась. Тут ее тоже нет. Эшли, дом Вашингтонов. 12:47. Так, погоди, как 12:47? Была же ночь. Как 12:47? Это какое время-то? Я что-то не понял. Это день? Нет, ну это ночь однозначно. Да что здесь творится-то вообще? Наверное, 02:47 хотели написать. Ладно. В общем, нам еще до рассвета как-то выжить надо. И вот эта карточка постоянно попадается. Мы ходим возле нее всегда. Так, он куда хочет? Вниз, чтобы мы сходили? Пошли. Пошли, пошли, зайдем вниз. Что? Крис, я просто хочу сказать, я понимаю, как все это тяжело. Он же все-таки твой друг. Эшли, все. Нет, я только хочу сказать спасибо, что спас мне жизнь. Эш, ну а как иначе-то? Я должен был тебя защитить. Должен. Эш, ты как? Друга распилили. Так, а вот что смотри, что-то есть. Был твоим другом, Крис. Это ваза разбитая была. Это первое, что нужно. Но я же, господи. Эшли, все, хватит. Я совсем не хочу об этом сейчас думать. Крис. Мы... Посмотри. Крис, что тут произошло? Я, конечно, не судебный эксперт, но, похоже, ее бросили. Ну, конечно, бросили, разбили вазу, спасались от этого чувака. Идите, поищите еще, вы найдете ее по-любому. Ну-ка. Опа! Да, как так дверь-то сама закрылась? Что это? Что же нам делать? Что же нам делать? Ладно, вот дверь есть, можно зайти. Ну и заходи. А подожди, ну-ка давай сюда пройдем. Здесь открыта дверь, нет? Здесь тоже дверь открыта. Ну, как, давай сюда зайдем. Ага, она заперта. Нам бы в прачечную попасть, да постирать костюмчики. Все испачкали совсем. Так. Ой, херотень. Ха-ха. Двери сами закрываются. Че, такая настойчивая? Ну, давай открывай. Это очень стрёмно. Ну, как... А если эту дверь еще... Вот, дверь открылась, теперь эта дверь сама открылась. Как так-то, а? Я даже не подошел еще туда. Там кто-то ушел. Силуэт Погоди. Какой-то белый. Ты это видел? А что происходит-то? Это, Крис, это! О чем ты говоришь? Там было что-то полупрозрачное, как призрак. Да ну. Я серьезно. Почему ты мне не веришь? Я же его видела. Какой мне смысл врать? У нас просто был шок, ясно? Твой так идите проверьте. Спёкся. Мой мозг спёкся. Я не верю даже своим глазам. Настоять, я видела призрак. Уступить, я не знаю, что это было. Наверное, призрак всё-таки это был. Нет, какой шок? Я видела, я его точно видела. Ладно, ладно, может, ну, может, ты что-то и видела. Вот что, главное не терять головы. Мы что, с ума сходим? Мы искали везде, Сэм может быть только здесь. Давай, лучше пойдем найдем остальных, а? А вдруг мы нужны Сэм? Вдруг она в беде? Наверняка. Идем. Пошли, пошли, надо искать ее. Причем пошустрее все это надо делать, они как-то медленно тормозят. Вот она здесь же бежала. Идем по следу. А вот тут надо аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй, что происходит-то? Да что здесь происходит? Я так испугалась. Ты на него наткнулась, толкнула? Я... Кажется, нет, я не знаю.
Но почему здесь стали происходить все эти странные вещи? Двери хлопают, свечи зажигаются сами по себе и... Этот призрак или что Эшли, это там? Мне кажется, ты не совсем понимаешь, что происходит на самом деле. То есть ты не видел, как белая фигура прошла рядом с нами? Нам просто мерещится. Ничего мне не мерещится. Знаешь, я тоже кое-что видел. Я видел, что случилось с Джошем. Вот что меня беспокоит. О, Крис, прости. Прости. И знаешь, что меня беспокоит? Я волнуюсь за Сэм. Что с ней случилось, если здесь и правда маньяк? Ей тоже может угрожать смерть. Не говори так. Прошу, Крис. Так, а почему из ящика вообще что-то выскочило? Давай сюда зайдем. Вот дверь. Сломанные доски. А что здесь? Получается, она здесь бежала в тот раз? Я что-то не помню. По-моему, нет. Она в другой коридор же ломанулась. Ручки нет. А, вот ручки нету. Тупик. Стоп, да, значит здесь. Мы можем туда сходить, где стоит Крис. Пойдем посмотрим. Почему-то им не страшно тут совсем. Так. Вот, пожалуйста, вот. Призрак! Что? Ты не видел? Да бегите, посмотрите, что вы тупите. Ты уставился в телефон, отправляешь твит, хэштег за нами гонится призрак. Эш, да успокойся ты, окей? Ну какой еще призрак? Чей, блин, призрак? Понятное дело, ты сейчас на нервах, ты но... просто не смотришь, я видела его, тут призрак, и он похож на Хану, на Хану! Постой, или, что? Или на Бет! Господи, Эш! По-твоему, они пришли за нами после сеанса? Не знаю, может... Не пришли, потому что призраков не бывает, понимаешь? А кто же тогда говорил с нами во время сеанса, Крис? Не знаю я. Пойдем, быстрее надо идти. Ну чё вы стоите-то? Что это? Почему она идет первая, проверяет? Почему чувак не идет, не исследует здесь? Ей же тоже страшно. Так, ключ. От чего ключ? Вон она стоит. Посмотри, посмотри. Вот, смотри, Крис, и не говори мне, что ты это не видишь. Это... Видишь? Это... Теперь видишь? Я не знаю, что это. Я... Бред какой-то. Ну, вот так быстрее надо бежать, смотреть. Чё стоять, болтать-то об этом? Ну-ка, идем. А где они здесь ее увидели-то? Ну, она вот сюда куда-то зашла. Вот домик, смотри. Смотри, 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 Крис. Через окно все видно. Что видно? Посудку, что ли? Нет. Там целая сценка с куклами. Да? Давай откроем, посмотрим, что там за дом. Ну. Смотри. А, вот ключик для этого дома. Говорю же, призрак помогает нам. Так, что это там у нас? Ой, мама, это как будто... Это не как будто, это мы. Это они. Спрятались и ждем Ханну год назад. Но все точь в точь, я сидела именно там, а здесь Мэтт. Это сделал кто-то из наших. Кто там был? Или кто-то, кто за нами наблюдал. Это угроза. Кто-то... Ну, кому-то просто хочется напугать нас. Нет, это наверняка призрак. Он хочет сказать, что это маньяк убил Ханну и Бет. Просто тот ублюдок пытается заморочить нам голову. И зачем бы он все это устроил? Ну, типа он говорит, что будет на нас охотиться. Ё-моё, что происходит-то? Нет. Сейчас еще телек включится.
Закрывай этот дом, надо валить отсюда. 2013-2014. Это дневник Ханны. Дневник Ханны. Мама все-таки решила... Подожди, я назад верни. Мама все-таки разрешила. Приглашение разослано, вечеринка состоится, только теперь еще ждать надо. Отстой. Эш, Мэтт, Сэм уже ответили, что точно да. Майк пока молчит. О боже, Майк тоже согласен. Он сегодня звонил Джошу. Ура, завтра тусанем. Здесь, на горе, это будет потрясно. Посиделки у огня. И, господи, Майк, я просто балдею, что он будет. Не могу читать. Это невыносимо. Так, ладно, не читай. Если не хочешь, не читай. Почему там кукла живая оказалась? Сейчас Крис все проверит. И спасет нас всех. Как выжить в данной ситуации? И дожить до рассвета. Не, ну а реально... Ай, вот скримота, ё-моё. Пипец. Криса затащила туда. Ну-ка. Пусто. Но ты же видел его. Ты видел? Ну, видел что-то. Куда он делся? В смысле что-то? Это вообще жесть. Только подумай, что страшнее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Лучше ничего не брать. Лучше ничего не брать. Так. И куда ты пошел-то без меня? Надо сходить. Найти подругу. Ну, и куда это мы попали? Глазам не верю. Ты знал, что здесь так? Это как будто совсем другой отель. Я понятия не имел. Как мы сюда попали? Это вообще другое помещение, другое здание как будто. Я тоже уже на грани. Я так хотела забыть все, что случилось в прошлом году. Честно говоря, Ханна поступила, не подумав. Да, ну, ты же знаешь, как бывает, когда всерьез влюбишься. Здорово. То есть мы поставили нашу беззащитную подругу в ужасное положение и вынудили убежать ночью в лес и без следа исчезнуть? Пренебрежение. Ханна не поняла шутку. Сочувствие. Мы выставили ее дурой. Но она не поняла реально. Ну, она и сама хороша. Прости? Ну да, неловко, но все-таки кто ее заставлял полуголой бежать в лес? Мы же в этом не виноваты. Это жестоко, Эш. Она была не в себе. Она приняла все слишком близко к сердцу, понимаешь? Ай! Что за фигня? Ты как, все нормально? Это было больно. Пошли. Я думал, это уже кто-то его шарахнул. Спускаемся вниз или вот здесь еще походим? Ну-ка. Осмотреться надо. А вот что-то... Вот, наверное, тотем лежит. Нет, не тотем. Найдена улика. Поддельные они газеты. Поддельные? Но зачем подделывать газеты? Ну, а реально зачем? Хороший вопрос. Поддельные газеты. Наверное, какую-то информацию пытались подать не так, как есть на самом деле. Не знаю. Честно, не знаю. Все, здесь больше ничего сделать нельзя. Идем дальше тогда. Пошли за мной вниз.
Знаешь что? Нет. Эш! Нет, меня хватит. Я не собираюсь еще глубже погружаться в этот кошмар. Эш, я все понимаю, хорошо? Меня это тоже достало. Но если Сэм там внизу с убийцей, а мы уйдем, считай, что мы сами ее убьем. Но он прав. Он прав, сомнение. Мне очень страшно. Храбрость. Давай искать. Сэм надо найти. Вы что, ребят, надо искать ее. Эшли, идем. Почему ты всегда прав? Я не всегда прав. Ну, когда ты прав, ты прав. Я не хочу быть прав. Я хочу уйти. Нет. Надо найти Сэма. Пошли. Все ниже и ниже куда-то мы спускаемся. И так было подвальное помещение, еще и тут на несколько ярусов вниз. Ну хотя тут в горах, поэтому все так сделано. Крис, у меня такое странное чувство на этот счет. В смысле? Я не могу избавиться от ощущения, что эти поддельные газеты как-то связаны с убийцей. Ты хочешь сказать, что это все подстроено? Да, но как? Я чую некую логику, просто мы что-то упускаем. Ладно, давай потом поговорим об этом. Упускаем, не упускаем, надо найти Сэм. Где она? Ну-ка, ближе подойди. Батарейки и таймеры. Кто-то поставил заряжать. А это, похоже, пыточная. Смотри, здесь ничего не понятно. Каких-то много всяких принадлежностей. Что делать? Что делать? Вон там, посмотри. Посмотри, на стене что-то есть. Какие-то фотографии. Давай глянем. Это мы. Фотографии друзей. Ну это все они, да. Так что следили давно уже за ними. Что такое? Черный список? Черный список. Так, ладно, идем дальше. А дом вообще просто большой, ну реально огромный. О, подожди, дверь можно открыть. А где Крис? Почему он туда ушел? Ну-ка, давай зайдем. Или за ним сходим, давай за ним сходим. Потому что одной туда ломиться как-то страшновато. Где он? Смотри сюда. Кровь? Вдруг это Сэм. Ладно, попробую открыть. Есть, но... Не, а можно было туда еще сходить, подожди. Пролезай, не могу долго держать. Давай! Крис! Скорее! Я видела там Сэм. Эш, ты уверена? Я не знаю, но надо же посмотреть. Ну я уверен, что тот, кто истекал кровью, зашел сюда, и нам бы поторопиться. Идти за Крисом, выяснить. Да, давай за Крисом лучше пойдем. Ну ладно, хорошо, я иду. Ну и там мы не исследовали. Думал, это просто. Давай. Кто это? Кто это там стоит? А, он висит. Ой, это же ее. Да, это одежда Сэм. Он больной. На всю голову больной. Значит, псих был здесь, наверняка. Думаешь, он еще рядом? Надеюсь, нет. Как это вообще сюда попало? Вопрос на миллион. Так, идем дальше. Сэм? Сэм, жива еще. Это хорошо с одной стороны, но с другой плохо, потому что он ее пытается там что-то сделать с ней. Она кричит. Не надо.
нет. Эй. Сэм? Что он с ней сделал? Сэм! Крис, она умерла? Господи! Нет, 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 она жива! Откуда ты знаешь? Она дышит. Что с ней такое? Она без сознания. О, нет, 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 это плохо, очень плохо. Нужно забрать ее отсюда. Сзади, сзади, чувак, ты чё? Крис! О, чёрт! Все, надо ломиться, бежать отсюда. Он всех поймал. Так, всех троих поймал. Кто у нас еще жив остался-то? А по-моему, больше никого. Их всего вот трое осталось. Черт. Попали. Эш! Эш! Черт, я этого козла убью нахрен! Что это? Это он! Нет, Крис! Тот, кто убил Джоша! Боже мой, нет! Господи! Кровожадный Крис! Ублюдок! О, чудовище! Господи, мы умрем, Крис! Я не хочу умирать! Эшли, никто не умрет! Если бы я могла сказать, почему так несправедливо! Что? Что сказать? Слишком поздно. Какой теперь смысл? Нет, ты уж скажи. Мы все время ходили кругами, а теперь конец. Теперь все пропало. Эшли, ничего не пропало. Но почему? Потому что я был счастлив. Каждое мгновение, которое провел рядом с тобой. И как мне это понимать, Крис? Прости. Я должен был прямо сказать. Блин, Крис. Когда мы отсюда выберемся... Вряд ли вы отсюда выберетесь. Нет, а зачем пистолет лежит на столе? Ну руки что, у... мои дорогие подопытные. Нет, черт, боюсь, Крис. Не бойся. У него руки свободны. Вот в чем фокус. Сегодня Крис уже сделал роковой выбор. А теперь он должен сделать еще один. Крис, ты можешь взять этот пистолет и застрелить Эшли. Или застрелить себя. Тот, кто останется, будет жив. Ха-ха, вот это выбор. Выбор за тобой. А если так? Не будь дурачком, Крис. Старый отель, 3 часа. Подожди, Акул. Стой. Стой, стой, стой. Не надо, Крис. Лучше меня. Ты уже один раз спас меня. Черт. Теперь дай выбрать мне. Дай мне спасти тебя. Да как так-то? Пусть это последнее, что я сделаю в жизни. Я так хочу! Крис, пожалуйста. О, Господи. Все. Ай, вообще. Приз получен, смертельная обида. Все зашло слишком далеко. Разве не видишь? А? Не понимаешь, что это истязание? Пора прекратить. А? Скажи, кто вообще дал тебе право играть чужими жизнями? Что в тебе такого особенного? А? Почему у доктора кровь и где мы вообще находимся здесь? Это с каждым разом показывают все больше и больше информации. В психушку надо. Ну, док уже не выдерживает. Что ты творишь? А? Что ты вообще творишь? Чудовище! Ты чудовище! Всем пока!